Доброе утро всем нашим зрителям из солнечного Тайгана. Сегодня вообще солнышко светит. Прекрасный день. Дожди. Дождь закончился. Много людей. Все ждут тележку. Все ждут Витю с мясом. Сезон кепок в Тайгане открыт. Смотрите. Урожай уже там созрел, да. Это кепочки панамки. Вот только подошли к мосткам. Три. Большая, красивая такая шляпа. Так, где-то тут вот 4. А ты что? Всем привычная картина. А вон тележка, слышишь? Идет Ляля с тележкой. Идет Ляля. Аркадия наша любимая. И сразу на очередь. Сегодня, да, на раздаче Ляля. Да, не знают, сейчас придут. И идут сверху люди, снизу люди. Все как обычно. А это просто еще не все поняли, что надо идти за тележкой. Да, самые продвинутые, они знают, надо идти за тележкой, а остальные замешкались. Тоже встали такие, так, смотри, сейчас львы пойдут. Ека встал. Вон Ека с мадам. С мадамой. О, еда! И смотри, все пошли за тележкой. Все за тележкой. Смотри, львица. Смотри. Это выглядит забавно, конечно. А вон львица, которая там взяла, видишь, она пришла. Ну что-то никто не торопится, кроме львицы. О, смотри. Века метит. Ого, метит. Ты видела, насколько он метров там? Все мое. Да. Все мое. А там я картошечку посажу. Да, весь периметр пометил. Да-да. Кто там идет у нас? Кто это? А вон, смотри, подтягивай. Это идет Чипа, по-моему. Чипа идет, да, тоже не спеша. Вы не торопитесь, господа. Вон мясо кидают. Куски летят. Смотри. Какие. Отборное мясо. Нет, выбирают, какой вкуснее. Никого? С этой стороны? Нет. С этой стороны тоже не густо. А Чипа вообще нет, не лег. Я что-то думала, что он лечь собирается. Нет, он не торопится просто. Ну, потому что девочка его не торопится. Ой. Там какая-то трагедия произошла. Сейчас успокою. Кися, смотри, какая кися там. Смотри, какая. Смотри, большая кися там. Кушает кися, смотри. Они уже кормят, да? Да, уже кормят. Кис. Уже кормят. Все. Ты всю слезы вот пропали, все кисю пропали. Увидели. Слезы, да. Да, такую кисю увидишь, знаешь. Так, что-то как-то не густо. Ну все, Чипа с девочкой улюбились. Не заняли то дерево. Место Гека, да. Прям под нами? А который с гривой, это лев. Да что? Вот так вот. Поближе такой подошел. Вот. Белый. Нет, белый вон лежит, что-то не идет. Ну и что, Левитимус? Смотри, еще выбирают. Они все, да. Там три. Собаки. Это ее преподнение, не знаю. Ладно, кепка ей поправила, не знаю. Тоже сказать. Светлый. Мягенький, прям посмотрел. Такой тихий, ну, пойдем, тихий завтрак. Чипа идет на завтрак. Вот это колбасочка. Ой. Века метит. Все, господи, Ека.
Тут все мое, мое. Да, да, землю маркиза Тарабаса. Проходите, Тарабас. Проходите, только ничего не трогайте, да, тут все мое. Вообще. Типа хорошо. Мадам что-то. Это осталось. Клава, по-моему. Клава осталась там. Это не клава, это клавища. Огромная клавусик такая. Такой помпусик. Что это? Что это? Типа тут тенечки. Ой, еще одна кепочка. А вот ветер кепки срывает. Да, тут шляпки надо пристегивать. На резиночку, на резиночку. Да. Она и приходила, проверяла, что там. Не хотят кушать. Не голодные. Не голодные. Вот. Все за ним. Пришли, просто показались и ушли. Отметились, да. Ушли, наверное, в загул. Чука в загуле где-то все гуляет. Кай же там в загуле. Кай куда-то, да, тоже. О, смотри, какая века погнала. Редиска. Ну, потому что она Чипина. Редиска Чипина. Че это редиска? Наоборот, такая вот, понимаешь, преданная. Да, верная. Сегодня с Чипом, завтра с Чуком. Со всеми на букву Ч, скажем, да? А кто-то там еще подошел. Возле Леона. Девочка какая-то. Пошли он, петрушки покормим. Солнце в глаза. Да. Все как обычно. На завтраке солнце в глаза. Девчонка где-то тут уходит. Хорошо. Леон с Моной в углу в своем вечном. Вот им нравится, да, этот угол. А туда обзор хороший. Наверное. Да, все видят и там, и там. Что типа? И все по сумкой. По сумкой. А где он? Пошел по ту сторону. На ту сторону пошел. Представь, насколько мощные эти ноги. Чипа поел, вернулся к своей даме. Она уже. А там не одна. А там уже Гека. Местечко занял с одного бочка. Там дружбаны разберутся. Вон, смотри, раз и все. Ну ничего, да. В тесноте, вот. Да не в обиде. Стой, малыш, давай сходим. Когда один прайд, оно вот так вот и происходит. Никаких драк, никаких, да, ссор. Все порешали молча. Пойдем поближе. Романтик от Чипа. А, смотри, один там спинку греет, другой носик целует. Красота. Хорошо пристроилась. Клава. Умная. Да. Гека, ты спишь, что ли? Нет. Сдремнул. Ой, что это я? Что это я не на посту, да? Пойдем. Азизочка у нас тут лежит. Выжидает что-то, не торопится. А вон, смотри, в кустах там кто-то есть. Сейчас я хочу... Смотрите, ветер нас сдувал. Еще раз. Давай. Ты тоже, да. Два. Где? Вот. В засаде он лежит, смотри. Два и три. Да? Шляпки, кепки. А вон Чука так. Где я потеряла Чуку? Вот. Нашла. Да, Чука в засаде. Не идут на завтрак. Не торопятся, не голодные. Кто тут у нас? В траве завтракает. Это мадам нас Лолишна. Лола. Лолка. Ау. Лола. Привет. Ау. Иди сюда, Лола. А тут нет, тут рядом. Ау. Лола.
Где? Малыш. Малыш за гору. Вон, вот там, вот тут вот, наверное, вот за этими. Вот там. Да, тут по кустам вот это вот. Интересно теперь. А тут Лолка. Угощение получает. Вот поклонника. Дети в детском саду. Да, Лола. Лола. Пока. Кися. Кис-кис-кис не работает. Работает, это крючок. Бросаете, да. Опа, внимание. Так у меня ушки назад, да, только раз не завернула. Не торопится, вот это лежит, мороженка кушает. А что торопиться? Ай, Лола. Надо наслаждаться отдыхом, пока дети в детском саду. Да, вернусь скоро. Вот это как они там говорят у нас в одном из видео. Пробки в уши, да. Говорящие люди. Накорми, напои, искупай, спать уложи. Две минуты покоя. Отдыхает. Пойдем посмотрим там с другой стороны. Пошли. За малышом. Чука встал, куда-то идет. Может, решил покушать все-таки? Может. Здесь у нас гуляющий Каюшка. За кустом. Каюшка, это Чипушка. А это Чипушка? А это Чипушка пришел, точно. Сюда, отсюда надо Каюшку смотреть. Так, сейчас я покажу малышика. А, вот вижу лапки. Ага. Вижу и моську вижу. Ага. Малышик. В тенечке. Все в тенечке. Вот они где все попрятались. Сейчас посмотрим Каюшку. Там Каюшка с девочкой, малыш с девочкой. Малыш с девочкой. Я слепая, не вижу. Ага. Ну тут только Каюшкина спина. Каюшкина спина и рядом вон девочка лежит. Зажмурилась девушка в цветах там. Смотри, что дерево повалили. Ого. Коготочки точили. Когти точили, да, наверное. Кай попёрся просто. И дерево рухнуло. Ну, какие коготочки, знаешь, такое усилие. Так, а мы не обойдем, да? Вот, нет, мы можем сейчас попробовать. Азизочка перешла сюда. Девушка вон лежит. Вот еще одна. Да. Вот, смотришь. А, видно. Опа, видно малыша с девушкой. Все, да, по парам. По амбарам. Иждан лай. Товарищ Персей у нас. Бдит границы. Да, да, тут рубеж недалеко. Помним, помним, да. Молодежь может нагрянуть в любую минуту. Персея тут пост. Все в тенечках. Никого на пляжу сейчас нет. Только кепочки сдувают ветром. Еще одна шляпка. У нас сегодня день завтрак охоты за шляпками. И еще одна шляпка. Я же никого не видела, она уже страшно. Ветром сносит. Еще одна шляпка. Дошли до Олежкиного прайда. Тут свой клуб лентяев. Но эти будут до вечера под деревом спать. А что-то с ними не так, наверное, раз они у вас тут все время спят. Пишут нам часто такие. И люди говорят на мостах, что-то с ними не так. Со львами явно что-то не так. Они спят, да. Они не должны спать. А должен быть как раз должны бегать там, и веселиться, и хороводы водить. И шоу водить. Такое, и да. И на мосты прыгать обязательно.
Да, да, и все. С вами великий Алекс! Да, вот ждут такого. Ожидание и реальность. Вот она, реальность. Найди льва. Пишут вплоть до того, что их обкалывают и кормят седативными. Прикинь, сколько надо их каждый день колоть и колоть, да, вот это бегать за ними. А они убегают, не хотят, говорят, не хотим. Мы хотим шоу. А им говорят, никакого шоу, лежать ешьте, и спать. Да? Спать. Лежать под деревьями и спать. Ни вот один турист вот не должен догадаться, что у вас тут весело. Будет весело, говорили они. Так теперь понятно, почему Левики-то не голодные. Это кто-то за шляпкой спустился. Ты думаешь? Я думаю, шагнуть один шаг. Кто-то бежал, роняя тапки. Ну, вот в ту сторону. Шаг, туда. Шагнул, и все. Да, вон чей-то этот. Путеводитель. Путеводитель. Больше, дальше пути нет. Все, след оборвался. Мы его не увидим. Вот так вот. А мы думаем, что на завтрак-то они не ходят? Свеженькую шляпку сдуло. Мы шли, здесь ее не было. Идем обратно, она уже есть. Крокодилов не вижу. Пришли. Вон, на озеро. Наутина, да. Львов не нашли. Одни утки. Утки и гуси. Вон гусики. Гуси, которые едят курятину. Это да. Страшные птицы. Хищники. Захватили весь водоем. Вот такой вот тихий шляпный завтрак. Шляпа. Завтрак шляпа.